новостями экономики познакомлю вас я, Артемий Маркелов. Здравствуйте. Выпуск представляет инвестиционная компания «Финам». Мы все разные. Разные предпочтения и разные цели. Но способ достижения цели один. «Финам» предлагает решение для торговли на всех биржах мира. С любым уровнем капитала. «Финам» – ваш индивидуальный способ достижения цели. По итогам прошедшей первой половины торговой недели основной российский индекс ММВБ показал около нулевую динамику и закрылся у отметки 1917 пунктов. А котировки его долларового эквивалента РТС на фоне ослабления российской национальной валюты и вовсе просели до 1069 пунктов. На валютном рынке Московской биржи котировки американского доллара за неделю прибавили к рублю 0,4% до отметки 56 рублей 50 копеек. Евро же, в свою очередь, подрос до уровня 60 рублей 50 копеек. На сырьевом рынке фьючерсы на нефть марки Brent снизились до 54 долларов. Золото котировалось вблизи отметки 1281 доллар за тройскую унцию. Актуальной темой для инвесторов сейчас является необычно устойчивое укрепление рубля по отношению к основным мировым валютам. Об опасности так называемого пузыря на валютном рынке в последнее время заявлял ряд государственных деятелей. На днях бизнес-омбудсмен Борис Титов сказал, что пузырь надулся из-за слишком высокого курса рубля вследствие притока капитала инвесторов, играющих на разнице процентных ставок в различных странах. Если он лопнет, мы увидим резкое падение рубля и рост волатильности, что станет серьезным дестабилизирующим фактором для экономики. В словах Титова есть значительная доля истины, но об этом в следующем выпуске в понедельник, 24 апреля. Удачных вам инвестиций! Официальный курс валют, установленный Центробанком России на 24 апреля. Доллар 56 рублей 23 копейки, евро 60 рублей 32 копейки.